Гоним, все, мы отдыхать. Наконец-то первый раз вырвались с ночевой, с палатками, с шатрами. Ну, трасса вся забита. Мы по Рижевскому едем. Чиба, улыбнись папе. Так, сейчас заедем на Лосинки, купим что-нибудь, каких-нибудь купатов поджарить. Лихо пролетаем город Реж. Забыли мы купить... Что мы забыли купить? Хлеб. Хлеб и соус. Заедем в магазин. Затаримся еще. Ехали, ехали на Реж. И мост через Реж. На ремонте. Смотри, как хорошо. Там вон даже люди отдыхают. Видишь? Подъезжаем к Ромашево. Хочу здесь затариться водичкой и хлебушком. Вот подъезжаем к повороту нашей искомой деревни. Табары она называется. 2 километра до нее. До деревни проложен новенький асфальт, практически американское шоссе. А нет, все, изобилие кончилось. Ну это как всегда в нашей стране. Так, ну вот табличка, уже заезжаем в Табору. Табору это не край географии, это серьезная деревня. Очень серьезно. Ну что мы тут видим? Мы видим лесопилку. На деревне только лесопилкой можно выжить. Но старые фермы, я смотрю, тут есть. Но они все... Ага. Давно. Хотя вот это вот неплохо выглядит. И вот это неплохо выглядит. Тут вообще можно еще разводить коровок. О, дома такие вот старинные здесь, в Таборах. Это трактор попрошайка называется в простонародье. Ну, потому что кузов у него спереди. Так, ну мы сейчас съезжаем вниз, в речную долину. Спускаемся аккуратно. И ищем место для своего ночлега. Вот показался объект нашего вожделения. Река Реж. Здесь она обширна, красиво. Нам надо до того края деревни доехать и там где-то остановиться. Едем. Вот так потихонечку спускаемся по очень крутой дороге вниз. Такой тут пешеходный мосточек. С родничком. И вот тут отдыхают. Тут пляж типа. Движемся пока по Таборам, но приближаемся вот к околице уже. Где-то уже вот околица, да. Вот тут что-то вросло в траву. Вот дорожка. Уже идет по полю. Нашли мы с Семкой такое место идеальное вообще. Вот по этой дорожке мы заехали. Тут начится Реж, камни, плес песчаный, а это вот все остров такой большой, там 2 протоки. Вот на том берегу огромные скалы с пещерой, скала с пещерой. Ха. Видел? Ну там, наверное, маленькая пещера. Ну ничего страшного, мы туда все равно залезем, переплывем и залезем. Собака у нас, самое главное, довольна. Тут их целая гряда. Пиум. Ну вот, мы расположились, пока еще только поставили шатра кусок. Вот. Ну, уже хорошо, кстати, сегодня ни комаров, ни пауков. Собираемся обедать. Сема уже готов. Ты хоть давай, тарелки расставь там. Тарелки хоть расставь. Хоть что-то сделай для того, чтобы пообедать.
Сидим, кушаем курицу копченую, печеную. Там уже интернет нашел, говорит, две палки есть, 4G. Так, заварили себе доширак или биг вальш, что там. Все правильно, молодец. Молодец. Поближе к курице. Так, сейчас мы, значит, поедим, пообедаем, пойдем на экскурсию. Там есть на повороте реки Реж есть статуя Перуна. Древнеславянский. Вот. Ну и потом, значит, у нас по плану купание, посещение пещер, скал, ну и прочих развлечений. Пока едим. Кукурузник! Кукурузник, вот этот. Сто лет уже таких не видел. Здорово. Так, пошли мы, значит, на Кидалу. Как у нас славянский бог-то этот? Как славянского бога-то зовут? Не знаешь? Ой, Перун, ё-моё! Вон еще один грот, смотри. Ага. Вон. Да-да-да. Еще один грот тут. Тут какая-то пещерная местность. Там вон дальше перекат. На перекате, наверное, искупаемся, потому что жара стоит неимоверная. Градусов под 40 сегодня. Я с длинным рукавом, потому что, значит, обгорю сразу. Буду как этот, как Умар Хаям. А вот эту скалу бы я назвал гипотенуза. Так, ну-ка, Семен, посмотри-ка вот на эту скалу. Красота ведь, да? Угу. Вот тут перекатик. Мы, наверное, туда вот перейдем потом. И сходим на там две пещеры. Посмотрим эти пещерки. Так, ну уже пора искупаться. Я уже все, дохожу до ручки. Посмотри-ка, вода чистая, прозрачная. Здесь река Реж на 90 градусов поворачивается. Так, и вот здесь вот у нас Перун на полянке стоит. Камень. Известняк. Витязю, Ситнику, Владимиру, Григория, сыну Григория. Это не знаю, надо будет уточнить. Но так, ну вот мы вроде подтянулись уже поближе. А какой он фактурный, обожженный. Ну, красота ведь. Здорово. И тут вот скалы возле Перуна. А на скале знаки. Здоровско. Идем купаться. Нам обещали здесь песок. Встретили рыбака. Он говорит, тут песочек на повороте, классный. Так, нифига не песочек. Обманул. Ну ладно. Сема переплыл Реж и стоит на под скалой. Там, где символы вот эти. Перуна. Я их не вижу. А вон Семка. Такое течение тут сильно. Переплыл, вон скала тут. А я не могу переплыть, потому что Арчибальд за мной плывет и все. Не дает мне никак отплыть от берега. Засранец. Я бы тоже бы сплавал. Не даешь папе отдохнуть. А? Слушай, ну тут чайки, конечно. Это не речные, они какие-то морские чайки. Они, похоже, на нашего Арчибальда уже глаз положили. Арчибальд, ты хоть недалеко не отходи, а то тут и орлы, и чайки. Я тебя унесу к себе в гнездо. И все.
А вон и орел сверху баражирует. Ух, опасное местечко для маленькой собаки. Возвращаемся из нашего мини-похода к Перуну. Мы так и шли, не одеваясь. А что одеваться, мы сейчас все равно пойдем купаться. Вода, вода кипяченая вообще. Пойдем дальше плавать. Вон наш стан. Вот здесь вот мы зайдем. Тут песочек, переплывем через вот этот остров. Сюда на камешке посидим. Вот на том. И поплывем вон к той пещере. Возможно, возможно к той пещере сплаваем. Вот здесь подъемчик какой. Крутояровский. Вот наш лагерь. Мы еще правую палатку не ставили, только шатер. Пошли дальше купаться. Ну а что еще делать? Нам вот туда вот, на песок. Вот он наш через перекат. На наш персональный пляж. Вот он. Вот она, коса наша. Песчаная. Сёма переправляется с собакой. Давай, переходи. О, какой кайф. Так, а нам вон на ту пещеру надо еще будет добраться. Ну чё? Все нормально? Так, ну все, я включаю подводную камеру, и мы это самое ныряем. Ага. Ныряем. Мухи открываются. Под камни, так ты вот сюда зайди и будет хорошо. Бензончик, ты наш замерз. Сейчас мы тебя на тот берег перенесем, там побегаешь, хорошо? Все, вот он наконец-то добрался. Есть предложение переходить на ту сторону. Пещеру. Ну все, фортировали. Ну что, пошли в пещеру? Пещера у нас вон она. Вон она. Идти предлагаю вот так, вот так, вот так, вот так и вот туда. Начинаем подъем. Еще одна камера. Лавка, квартировавший, режь пещеру. Ух ты, нифига. Здоровый! Посади его сюда. Здесь холодно? Да. Ух ты, он большой какой. Ой-ой-ой.
Внутри-то нет комаров. Ну, у них какой-то зеленый камень. Ух, нифига. Пещера. Шкаф сразу как поднимали. Потихоньку. Вот наш выход из пещеры. Сейчас будем идти сюда. Подожди секунду, Робинзон! Сейчас я маску заберу. Вечереет. О, на палатку села. Дразни, дразни. Ох, три сагуски. Такие заразы. Дразнилки такие. Ой. Сейчас будет дразнить, пока они за ней не погонятся. Ну, наступает вечер уже. Сколько время-то? Время 7 часов. 7 часов. Уже начинает немножко жара спадать. Но все равно очень жарко, душно. У меня даже, по-моему, харя сегодня сгорела. Красная такая вся. Такая, красный такой весь. Ужас. Не намазался этим кремом-то от загара. Кукушка все кукует и кукует. Смотри, сколько комаров тут собралось. Жара стоит невозможная. Сколько можно? Дайте отдохнуть. Дайте остыть. Комаров и паутов практически нет. Но какая-то мошка мелкая. Она пролазит через сеточку где-то. Мы уж все обрызгали москитолом. Вон тем. Но он, по-моему, не убивает их, а привлекает. Да, Арчибальд? Это наш палаточный быт. Это моя нога. Тут у нас планшет висел, но уже не висит. Комары поют свои песни так громко, что страшно становится выходить на улицу. С утра, с 5 утра дождик шел, но я это самое тоже решили навалить, чтобы не это самое, палатки потом мокрые не складывались. Уезжаем из Таборов. Вот Реж, поклонный крестик здесь такой. О, до 5 утра не спали, потом дождь. В общем, то еще удовольствие-то получили. Но зато вчера было хорошо, вчера покупались, да?